Так, так, давай сюда, налево, ну куда, направо? Ой, нам сегодня будут выдавать учебники. Интересно, хватит пакета или все-таки лучше рюкзак взять? Возьми рюкзак. А может пакет? Ой, да делай, что хочешь. Та-дам, мой выбор сделан. Ой, ладно, Хлоя, сиди, играй в свои игрушки, а я пошла сдавать, ой, тьфу, забирать учебники. Наконец-то ты вышла, я устал тебя здесь ждать. О, ты тоже с пакетом? Ну, конечно. Вот это мы близняшки. И, по-моему, мы уже опаздываем, пошли быстрее. Ну чё, сколько там учебников? Учительница сказала, что 17. Сколько? Нейли, я все лето отдыхала от твоих криков, и вот опять, башка уже болит от тебя. Ой-ой. Давайте все вставайте, идемте в библиотеку. И не хулиганьте. Для начала каждый из вас берет учебник по алгебре. Почему мне самый стрёмный попался? А что не так? Ну вот, сам посмотри. Страницы порваны, корешок порван, все грязное, все в какой-то еде, непонятно в чем. Так нечестно, дайте мне новый учебник, блин. Но тут есть ответы. А все, все, не надо уже мне новый. Этот остается со мной. Теперь берите учебники по физике. Так, ну давайте посмотрим, что это у нас такое. Физика. Стоп, что у нас есть физика? Какая физика? Скайлер, да, у нас есть физика, и возьми учебник, пожалуйста. Я не буду его брать. Ладно, я положу его тебе сам. В смысле, у этого учебника нету ГДЗ? Хорошо, что я все лето подрабатывала и могу купить платное ГДЗ. Ну ты гений! Ребята, а теперь расписываемся за то, что получили учебники. Нелли, ты первая, потому что твои крики уже надоели. Я автографы не раздаю. Я сказала, подписала, быстро! Ой, а я-то ручку в руках уже месяца три не держала. Как я распишусь-то? Ой, все, Скайлер, дай сюда ручку, я распишусь за тебя. Ну и за себя, конечно же. Ну у тебя и почерк, конечно, забавный. Как мне тащить этот пакет до дома? Тяжело вообще-то. Давай я свои домой отнесу и помогу тебе. Буквально 5 минут тут подожди. Ладно, давай, жду тебя. Да уж, поставлю пока этот тяжелый пакет на скамейку. Вау, у нее такое блестящее платье. Что это за странный звук такой? Это же котенок! Привет, лапочка, какой ты милый! Ты такой миленький, хорошенький, маленький котик. Вот только интересно, как тебя зовут? Какой ты мягкий и пушистый! Понятно. А где мои учебники? Скайлер, я вернулся. Зачем ты спер мои учебники? Скайлер, ты что, больная? Все, ты мне больше не друг. Да что я сделал-то? Смотри, это следы. Какие еще следы? Что ты несешь? Мимо меня проходила только одна девушка. У нее было блестящее платье. И с нее сыпались блестки прямо на асфальт. Соответственно, если мы пойдем по этой блестящей тропинке, то мы сможем найти и вернуть мои учебники. Ну ладно, пошли, хоть я ничего и не понял. Мурзик? Это твоя семья? Ну я совсем от тебя такого не ожидала. Что здесь происходит? Все, Мурзик, ты мне больше не друг. Скайлер, ты адекватная? Все, забирай пакет, неси и уходим отсюда. Полный трэш.